Православный календарь. Седмица 26 по Пятидесятнице. Рождественский пост. Пятое декабря, понедельник. По празднеству введение во храм Пресвятой Богородицы. День благоверного князя Михаила Тверского. Шестое декабря, вторник. День благоверного великого князя Александра Невского в Схиме Алексия. Седьмое декабря, среда. День великомученицы Екатерины. Восьмое декабря, четверг. Отдание праздника введение во храм Пресвятой Богородицы. День преподобного Петра Молчанника Галатийского. Девятое декабря, пятница. День преподобного Алипия Столпника. Десятое декабря, суббота. День иконы Божьей Матери, именуемой Знамение. Одиннадцатое декабря, воскресенье. День священномученика, митрополита Серафима. Православный телеканал «Добро ТВ» желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!